лето в разгаре, девчонки носят пиво. Ставили сейчас 6 полотенец, такие пришли, ничего нет. День бесплатного отдыха будет. Можете пользоваться рестораном, бассейном, всем-всем, напитки, еда и все остальное. Бесплатно. Красавчик вообще, такого еще не видел, хоть охренеть. Та-дам! Смотрите, как называется отель. Наша дива сошлась с вашей дивой. Я тоже здесь. Это гигантская хрень. Ого, ну такую я ловить не буду. Ой, Полина, отойди! Где он? Полина, отойди, сейчас прыгнет. Смотрите, какая хрень гигантская. Здесь на них вот нам внизу. Вы своим криком напугаете, не инфаркт сейчас будет. Где она? Все? Осталось нам пару денечков. Как всегда, хорошая погода. Наконец отдыха начинается. Сегодня 24, завтра 26. На ней не облачко вообще. Даже там в горах облаков нет. Сегодня сейчас еще водичку померяю. Даже кому-то повезет, кто скоро летит отдыхать. Погодка будет теплая. Вот чистая-чистая. Видно даже эти плиты. Народ уже даже здесь загорает, а до этого никого тут не было. Смотрите, в соседнем отеле сколько народу сразу на пляже. Да, такая погода была, что же на пляж никто не выходил. Мы сами приходили, там за куточки сидели, чтобы ветер не дул. Потом шли греться в хамам или в бассейн, где ветра поменьше. Все, сезон начинается. Стоило только выйти видео про не сезон. Холодная погода и все, и погода сразу решила все исправить. Совсем. Давай, Вань. Готов. Гоу. Давай. Бу-бух. Да, когда уже становится такая хорошая погода, и чувствуется такое летнее настроение, летняя атмосферка. Еще море бы прогреться, и вообще будет супер. Парашюты полетели, катера поехали. Всю жизнь закипела. Короче, нам придется еще скоро приехать. Лето в разгаре, девчонки носят пиво на пляж. Ничего себе, вы там набрали нам стакан Макс, ну все, летний сезон в разгаре. Доставка пива. Представляете, что охранник такой спрыгивает с вышки, короче, раз такой и понес, это бегом, бежит. Вот эти с Максом, что случилось, думали, планет кто-то что-то, а он нормативы сдавал, прикинь, по свистку так. Охранник у него принимал, я уж понял, ну что случилось. Жанулька нашла этот отель, она занимается оформлением туров. Отель надо подбирать, исходя из целей ваших, да, что вы хотите от отдыха, релакса, движухи, да, бюджета, какая у вас цена. В общем, если что, пишите Жанульке в Инстаграм, подписывайтесь на ее Инстаграм, на мой, а ей пишите, что вы хотите подобрать. Можете на почту писать, да, она оформит тур, подберет по той цене, которую у вас располагает бюджет, да, по той цели, которую вы хотите. Атмосфера, конечно, становится супер классной, когда солнце приходит, такая теплая погода появляется, прям чувствуется лето, даже море цвет как-то меняет, такой более голубоватый становится. Да, вот зимой ездишь, этого, конечно, не хватает, очень ждали вот этой погоды. Осталось 2 дня, я говорю, первый день такой же был, остальные прям хмурые. И сегодня 2 денька, и прям вот впитываешь эти эмоции, пытаешься их
собой забрать, насладиться. Хорошо, что есть камера, можно так все поснимать, а потом это все смотреть, монтировать и пропитываться этими эмоциями еще раз. Классно, очень классная атмосфера. В этом отеле по минусам это только то, что страдает немножко анимация, как бы, и то она нормальная, но не хватает там, может быть, вечером какого-то дискотеки, веселья какого-то. Хотя оно есть, но не в полной мере, просто смотря с чем сравнить. Опять же, есть отели, где этого вообще нет, а есть отели, где это более грамотно все сделано. И по минусам еще, конечно, плиты, которые в море. Но в первом видео я поснимал все, прям под водой поснимал. Для меня это вообще не минус абсолютно. То есть я могу одеть очки, там, видеть, что подо мной находится, спокойненько плыть. Для людей, наверное, более пожилых это минус, да, уже не постоишь так в воде, не походишь, для кого-то спускаться с пирса некомфортно. То есть вот здесь вот минус может быть. Я говорю, опять же, для кого? Для нас это абсолютно не минус. То есть детям можно и так у входа побарахтаться, все видео там есть, как это все выглядит под водой, насколько можно зайти. А так больше в отеле минусов нет. Ну, еще пару деньков поотдыхаем сейчас. Конечный итоговый прям... Итоговый итог подведем. Бассейная погода, конечно, вообще огонь. Ни ветра, ничего, жарище, прям как летом. Сейчас отодрыхлись мы, пока самая жара была. Вышли, сейчас пойдем есть вафли, кофе пить, вот здесь вкусный кофе. Смотрите, по поводу кофе, самый вкусный кофе в этом отеле есть в одном единственном месте. Это вот здесь вот, где бассейн, вот где главный бар. Рядом с мороженым вот здесь вот есть кофемашина настоящая, большая. Поскольку, вы знаете, я работал барменом 5 лет и очень люблю хороший кофе, поэтому можно вот сюда прийти и сделать. Здесь даже баристы приходят и прям молят зерновой кофе и при вас его делает. И там очень-очень много вкусов на выбор. А я себе завел вот такую вот штукенцию. Это мобильная кофеварка, чтобы брать с собой в дорогу куда угодно. Она очень компактная и очень классно делает кофе. Так, открываем, откручиваем. Кладем сюда ложечку или две кофе свежемолотого, зернового. Это кто как любит, по крепости. Заливаем сюда водичку. Можно из кулера, можно из чайника, откуда угодно. Главное, что удобно, можно это и в офисе делать, и с собой в Турцию взять, и в поход, и куда угодно. В поездку, в командировку. Заварим вот так вот и ждем 2-3 минуты. И у нас будет настоящий зерновой кофе, как в ресторане. Как я работал 5 лет барменом, и я знаю по вкусу, что должно быть в кофе. Эту штуковину можно прям взять с собой, опа, она, видите, не проливается. Положить в рюкзак, куда угодно, да, класс. 2-3 минуты ждем и готово. Можно, кстати, залить холодной водой, и у вас будет холодный кофе. И все, потом достали, открыли. Крышечка откручивается, и здесь стоит специальный фильтр кофейный, как в кофемашинах. И перелили стаканчик куда угодно. Можно по вкусу добавить молока, сахар, кто как любит. Очень классно сделано, все очень надежно. И самое главное, что это не Китай, это не в Китае сделано, это сделано в Корее. Я эту мобильную кофеварку Kafrana Compact заказывал на сайте Я Бодр. Вот она здесь, все написано, есть инструкция, дает все как сделано. И там еще есть не только для кофе, но и для чая, для холодных напитков, для обычных напитков, много-много всего. Ссылку на сайт оставлю в описании, проходите, выбирайте, действительно рекомендую, все очень надежно и проверено, главное вкусно. Вообще огонь, я сейчас себе сделал с молоком и сахаром, я люблю один кусочек сахара и молоко. Блин, вот это класс, только технологии. Бургеры здесь дают, если я сейчас еще успею поесть. Все, послезавтра улетаем, нам рейс перенесли на практически на целый день вперед. С 8 утра на 7 вечера, то есть у нас целый день бесплатного отдыха будет. Надо только узнать про продление номера, продлят ли нам его бесплатно и сколько это будет стоить. Я думаю, модель пустой, должны продлить бесплатно. Если кто не знает, в любом случае, если вас выселяют из номера, если вы не продлеваете номер, то браслет у вас остается, вы можете пользоваться рестораном, бассейном, всем-всем, напитки, еда и все остальное. На бургер я и не успел. Эх, 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 что ж они так закрыли таран. Блин, 4:30, бургеров уже нету. Видимо, до 4 бургера. Я так хотел, пойду вафли есть, вафли точно до 5 сморожу. Пришли вечерком на пляж погулять. Погода, конечно, сегодня классная, вообще супер. Ветра нет, на небе не облачко.
Можно спокойно вечером приходить и гулять. А то обычно придешь, что ветер такой, что сносит. Даже сюда не заходил никто. Погода холодная. Сейчас вообще класс. Атмосферка космическая. Даже желание окунуться есть. Макс клюет. Такие кизяки, большие рыбы проходят, как акулы, один в один, у них хвосты прям такие были. Рыбы, смотри, как выпрыгивают. Вы как ноги они, не ставите нет, смотри, как они прыгают. На день рождения в воду прыгнул, и рыбы как бы летали прям в воду. Реально, я аж офигела. Нажимаешь, все, время пошло? Время пошло, я пошел. Купаться? Купаться? Вода вообще теплая. Смотри, сейчас вечером хорошо видно. До сюда идет ровное дно, потом идут вот эти плиты. Здесь вот уже где-то метр с чем-то глубина. То есть если плывешь, их не заденешь ногами. А вот с другой стороны, то же самое, вот до сюда где-то уже, когда, если зашел, сразу поплыл, если ноги вниз не будешь опускать, не достанешь до этих плит. А если ноги будете опускать, то уже от них будете биться. Это как бы единственный основной минус этого отеля. Но для меня это не минус, я уже говорил, блин, видишь, как бы я раз сразу и поплыл. Особенно если с очками, то ты вообще контролируешь то, что под тобой происходит, и нормально. Как бы ерунда. Ну, для пожилых людей уже, может быть, есть какие-то проблемки с этим. Вот. Ну, все можно приспособиться. Там лестница. Могли бы они, конечно, сделать понтоны, буквально эти буйков, и все, и вообще проблем бы не было. Раз с понтона коротенькую лестницу, все бы плавали. И надо пример с Египта брать. У нас очень многие минусы ставят только из-за этого. По этому отелю, поэтому у него рейтинг такой 4.1. Звезды на Топ Хотелсе. А на TripAdvisor там нормальный рейтинг. Ну, во-первых, этот отель раньше принадлежал другим хозяевам, где-то год-два назад. И из-за этого он набрал низкий рейтинг, а сейчас все поменялось, и концепция. Естественно, хозяин другой, много чего поменяли. Сейчас рейтинг стал набирать. То есть, посмотреть последние отзывы о том, что там Топ Хотелсе, то есть только позитивные отзывы, ничего негативного там вообще нету. Поэтому смело сюда, ребята. Еще и к такой цене красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Очень классно, что я говорю, прям это, пляжи прям полупустые. Все для тебя, нет толкучки, ни столовой, ни здесь борьба за шезлонги, ни за стол в ресторане. Сегодня будет какое-то очередное пиршество. Все украшают, наряжают. Сегодня все так нарядненько украсили. Стулья, все сегодня. Цветы прям даже на стол насыпали. У них в Турции сегодня вообще день мам. Возможно, с этим связано что-то какое-то будет. Вкусняшки давай опять. Вкусняшки. Сколько можно вкусняшек? Я тут так объелся в этот раз. Что-то все такое вкусное на самом деле. Ем и ем. Реально очень вкусные прям. И обеды, и ужины. И килограмм на 2 поправился в этот раз. Ставили сейчас 6 полотенец на шезлонге. Купальник детский. Пришли, ничего нету. Сейчас пойдем искать. Сказали в спа сходить. Узнать, то что там принимают полотенце. Прикиньте, мешок взял, все собрал. 5 towel. Да, все тут. Вообще красавчик. Реально? Взял. Да, все, взял, отнес все сюда, в мешок спрятал. Сложил. И купальник детский, 5 полотенец. Все, что там лежит, все наше. На ульжака. Окей, thank you. Охренеть, красавчик вообще. Такого еще не видел. Хотя народ еще сидит на пляже, там загорает. Не, на пляже бассейн. А что этот кикиль, который моет здесь полы? Взял отсюда наши 5 полотенец с детским купальником вместе, всю вот эту гору. Сложил в черный мешок и отнес к себе в свой
уголок спрятал. Охренеть. Как мы должны были, интересно, вообще это искать и найти. Да, получается, себе не оставил бы Полькин купальник на этих полотенцах. Мы бы не опознали эти полотенца. Непонятно, как пришлось искать. Вообще, ему объясняю, что нужно полотенце и купальник детский. И пошли, говорят, покажу. Чудаки, а? Там еще народ купается рядом. Он типа уже полы моет, стал собирать. Та-дам! Смотрите, называется отель типа плохого уровня, да? Ну как плохого? Недорогая цена у него. Креветки дают чуть ли не каждый день. Реально едим креветки, креветки. Причем очень вкусные, реально так вкусно приготовлены. Ох, уж не знаю, где искать плюсы еще про этот отель. Но минусов я так не нашел, а плюсов вот реально вкусно. То есть еда очень вкусная, креветки и все остальное, все, что вы видели. Буду есть опять креветки. Рыба каждый день целая, причем разная. Вот один вид, второй. Да, вот, ну, ни в одном отеле бывал такой, ну, в отелях прям, ну, целой рыбы не бывает там каждый день. А тут прям каждый день целой рыбы на обед и на ужин. Так что вот так, по питанию вообще прям пятерка с плюсом. Еще сегодня в Турции день мам. Здесь, видите, коктейли поставили. Красили все. Вот, значит, красиво. О, иди сюда. Коктейли всем раздают. Алкоголические. Коктейль для мамы. Алкоголический. Каждой маме по алкоголическому коктейлю. Ваза. Знаете, как они молодцы, да? Расставили свечки, вокруг еще цветы положили. Правда, очень красиво. А Полька наша хочет все задуть. Да, Кисунь? Ты уже задул две свечечки тебе, дали? Молодцы, умеют они украшать. Наша дива сошлась с вашей дивой турецкой.